Здравствуйте, это программа «В центре внимания». Важные события, яркие кадры и все, что оказалось в центре нашего внимания. И вот главная тема выпуска. Обострение палестино-израильского конфликта. Кто может выступить посредником между Тель-Авивом и исламским миром в урегулировании кровавой бойни? Посмотрите на эти два плана. Трансанатолийский газопровод имеет колоссальное значение. Танап готов к старту. Куда пойдет азербайджанский газ и может ли подключиться к газовой трубе Россия? Made in Azerbaijan и добро пожаловать Россия. Какие товары представлены на международной выставке пищевой промышленности и сельского хозяйства в Баку? Священный месяц Рамадан. Какие мероприятия пройдут в Москве с участием Азербайджана? Обострение палестино-израильского конфликта. Новость номер один во всех мировых СМИ. Из-за переноса американского посольства в Иерусалим, который был приурочен к 70-летию израильской государственности. Статус Иерусалима – одно из главных препятствий в урегулировании многолетнего противостояния между Израилем и Палестиной. Палестина считает восточную часть города оккупированной территорией. До недавнего времени все посольства иностранных государств находились в Тель-Авиве. Однако в декабре Дональд Трамп принял решение признать Иерусалим столицей еврейского государства и объявил о переносе американского посольства, что вызвало осуждение со стороны многих стран. Тысячи палестинцев вышли на демонстрации у границ с Израилем. В ответ израильские военные открыли огонь на поражение. Несколько десятков человек погибло. Среди убитых и пострадавших от действий израильтян есть дети. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур. В свою очередь, президент Турции Таип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Разгорелся дипломатический конфликт между Израилем и Турцией. МИД Турции предложил генконсулу Израиля в Анкаре и Стамбуле временно покинуть пределы страны. В ответ МИД Израиля потребовал, чтобы генконсул Турции в Иерусалиме уехал из страны. Эрдоган заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. Россия также выступила против решения Трампа. В этом вопросе позиции России и Азербайджана схожи. Решение президента США о переносе посольства в Иерусалим противоречит международному праву. Шаг США уменьшил надежды на справедливое и прочное урегулирование палестино-израильского конфликта и привел к гуманитарным катастрофам с опасными последствиями. А убийство более 60 палестинцев и ранение 2000 человек выходит за рамки человеческого понимания. Палестино-израильский конфликт должен был быть разрешен мирным путем и на основе принципа двух государств с признанием Восточного Иерусалима столицей Палестины. И сейчас в этой непростой ситуации следует рассчитывать либо на благоразумие враждующих сторон, либо на небезразличие посредников. Кто лучше всех подойдет на эту роль? На 9 мая Нетаньяху приезжал в Москву, где вместе с Владимиром Путиным принял участие в шествии бессмертного полка. Возложил венок к могиле неизвестного солдата. У президента России с премьер-министром Израиля хорошие отношения, но у каждой страны есть свои интересы в Сирии. И, возможно, именно Азербайджан может выступить, если уж не миротворцем, то, по крайней мере, посредником в урегулировании палестино-израильского конфликта. И вот почему. Азербайджанцы и турки считаются братским народом, а с Израилем у Азербайджана исторически сложились теплые отношения. В свое время Нетаньяху дружил с Гейдаром Алиевым. Продолжилась дружба и с Ильхамом Алиевым. В 2016 году Нетаньяху посетил с рабочим визитом Азербайджан. На кадрах видно, как тепло друг друга приветствуют лидеры двух стран. А это кадры из еврейского лицея, который находится в Баку. Нетаньяху был тронут, что в Баку его приветствовали песнями на иврите и дал очень важный посыл Азербайджану. Мы любим Азербайджан. Отношения между Израилем и Азербайджаном, как вы видели, очень близкие. Посмотрите на эти два флага. Маген Давид. С одной стороны Маген Давид. А с другой стороны полумесяц. Посмотрите на эти два флага. Это то, что мы показываем всему миру.
Это то, что может быть, это то, что должно быть. Это полностью обратно вот этой вечной темноте. Это настоящий свет, который может осветить мир. У Израиля очень сложные отношения с мусульманскими странами, но Азербайджан – исключение. Бениамин Нетаньяху даже ставил в пример отношения с Азербайджаном на заседании ООН. Ведь благодаря политике мультикультурализма, дружелюбия у Азербайджана особенный статус. Многие эту дружбу не замечают, поэтому премьер-министру Израиля приходится даже делать специальные заявления. Так как телеканалы, по-видимому, кое-что упустили, что в ходе исторического визита, который еще продолжается, вчера в Азербайджане, сегодня в Казахстане. Две мусульманские страны, которые просто восторгаются Израилем, а мы укрепляем отношения с ними. Но есть помимо этого кое-что еще важное. Две страны, которые оберегают сосуществование между евреями и мусульманами. Здесь мы создаем будущее. Мне важно, чтобы вы это знали и поделились с друзьями. Вывод один. Ильхам Алиев может донести до Израиля позицию исламского мира. И нет сомнения, что Нетаньяху, по крайней мере, эту позицию выслушает. В России случилось историческое событие – открытие Крымского моста, который построили в рекордные сроки с опережением графика. Первым вместе со строителями за рулем КАМАЗа проехал президент России Владимир Путин. Теперь через Керченский пролив с территории Краснодарского края до Керчи всего 15 минут езды. Это увеличит туристический поток в Крым в разы. Открытие Крымского моста может позитивно сказаться и на азербайджанских туристах, которые собираются посетить Крым. Так как добраться до полуострова, например, из Баку на самолете можно только с пересадкой в Москве. Но есть альтернатива – отправиться на машине. Теперь для жителей Баку путь от столицы Азербайджана до Крыма составит менее суток или 1700 километров. До этого, с учетом паромной переправы, время в пути составляло намного больше. Ну, например, из Москвы путь в Крым на машине составляет 1800 километров или теперь 22 часа в пути. Азербайджан не отстает от России. В 2018 году в стране запущен масштабный национальный проект модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры. Цель проекта проста. Хорошая дорога в каждое, даже самое отдаленное село. Ильхам Алиев, как и Владимир Путин, лично следит и принимает работу. Только в этом году собираются построить больше 2000 километров новых трасс, как национального значения, так и регионального. Новые дороги появятся более чем в 60 селах. Еще один стратегический проект для России – газопровод «Северный поток-2» будет введен в эксплуатацию в конце 2019-го, начало 2020 года. «Северный поток-2» будет пролегать от России до побережья Германии по дну Балтийского моря. Стоимость строительства оценивается в 9,5 миллиардов евро. Российская сторона отметила, что «Северный поток-2» позволит обеспечить бесперебойные и надежные поставки голубого топлива в Европу. А вот Азербайджан вместе с Турцией запустят газопровод «Танап» уже в начале июня. Трансанатолийский газопровод является одной из двух ветвей южного газового коридора. «Танап» протянется в Европу из Азербайджана через Грузию и Турцию. Трансадриатический «ТАП» пойдет через Грецию, Албанию и Италию. По обеим веткам будет поставляться газ с азербайджанского месторождения «Шах-Денис». На первой очереди предполагается, что пойдет около 16 миллиардов кубов газа. 8 из них будет оставаться в Турции для турецкого рынка, 1 миллиард кубов в Грецию, 1 в Болгарию и оставшиеся будут идти в Италию. Трансанатолийский газопровод имеет колоссальное значение для азербайджанской энергетической стратегии. То есть фактически он является собой новую составляющую этой стратегии. И он, естественно, обеспечивает высокую экспортную базу для азербайджанской экономики, индустрии, а также еще и параллельно выполняет вопрос обеспечения энергетической безопасности Европы. Переговоры, проведенные с Албанией, Грецией и Италией, тоже оказались позитивными, поэтому есть общее понимание важности данного проекта с тем, чтобы обеспечивать Южную Европу газовым содержанием, скажем так. Значение Южного газового коридора для Европы может возрасти, если к проекту присоединятся Иран и Туркменистан.
Разведанные запасы газа в Иране составляют порядка 34 триллионов кубометров, в Туркменистане около 10 триллионов кубометров. Неудивительно, что европейские страны резко выступили против желания американского президента Дональда Трампа снова изолировать Иран от внешнего мира. Есть мнение, что Южный газовый коридор создавался как альтернатива российскому газу, мол, Европа хочет соблюдать баланс энергетической безопасности, поэтому и выступила за. Некоторые эксперты, потом мозговые центры, они немножко сгущают краски. Мне кажется, что в определенном смысле, даже в идеале, они как-то дополняют друг друга, вот две эти схемы. Однако нельзя исключать, что «Газпром» может принять участие в ТАНАП, ведь на европейском рынке Баку планируют продавать по 10 миллиардов кубометров газа в год. Для сравнения, в 2016 году «Газпром» реализовал в европейских странах 178,3 миллиарда кубометров газа, а потребность Евросоюза в том же году составила 531 миллиард кубометров. Азербайджан становится один на один и, по сути, единственным поставщиком в данную трубопроводную систему. Чисто теоретически «Газпром» может потребовать доступа к ТАНАПу, потому что это прописано в европейском законодательстве. Третий энергопакет говорит, что должен быть доступ для альтернативных поставщиков, и один поставщик может загружать только 50% мощности. Кооперация, то есть пустить продолжение турецкого потока по маршруту ТАНАПа, здесь вполне возможно, что такой вариант «Газпром» мог бы реализовать. В прошлом году, в 2017 году, были переговоры между руководителем российского «Газпрома» господином Миллера с президентом азербайджанской нефтяной компании Ровнагом Абдуллаевым. И там даже были обсуждены вопросы, значит, подключения российских потоков энергоносителей к азербайджанской системе. Российская сторона даже обязалась о том, что они будут поставлять в Азербайджан определенный объем, где-то в порядка 10 миллиардов кубометров, значит, для того, чтобы обеспечивать азербайджанский рынок внутри нашей страны. Ну, а в перспективе, опять же, возможны, значит, поставки российского газа через азербайджанские трубопроводные сети. Пропускная способность ТАНАП может выдержать до 60 миллиардов кубометров газа в год, и почему бы российскому газу этому не поспособствовать? От этого Россия, Азербайджан и Турция останутся только в плюсе. Противники такого энергетического союза известны заранее – США, Украина и страны Прибалтики. Американцы заинтересованы поставлять в Европу сжиженный газ, а Украина боится остаться с носом, если российский газ пойдет в обход незалежной. Развивать с нами отношения с Россией не очень хочет, но деньги наши за транзит получать с удовольствием. Это примерно 2-3 миллиарда долларов в год. Значит, хотят, чтобы мы Украину немножко подпитывали нашими денежками. Но мы, собственно говоря, не против. Я уже сказал, что мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. Россия строит турецкий поток и Северный поток 2. И с удовольствием будет использовать любые другие проекты для достижения своих целей. В Баку открылась 24-я азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность» и 12-я выставка «Сельское хозяйство». На трехдневную выставку собралось 402 компании из 34 стран мира, которые демонстрируют новейшие разработки в области сельского хозяйства и пищевой промышленности, а также местные производители, продвигающие продукцию под брендом «Made in Azerbaijan». Мы являемся производителем гранат. Выращиваем и экспортируем во многие страны гранаты. Непосредственно с Россией работаем, экспортируем. Это наш один из таких постоянных стратегических клиентов. В России, как вы понимаете, хурму очень сильно любят, потому что хурма в себе имеет 6 видов минералов, 10 видов витаминов. Греки называли хурму «пища богов». И мы гордимся, что Азербайджан является на 5-м месте по производству объема хурмы по мировому запасу. Мы занимаемся экспортом наших продукций, фруктов и овощей непосредственно в Россию и страны СНГ. Также мы экспортируем наш фундук в страны Европы и ближнего зарубежья. Мы охватываем своими продукциями весь Азербайджан. Первый день выставку посетил президент республики Ильхам Алиев, где ознакомился с
новинками как местных, так и зарубежных компаний. С каждым годом все больше российских производителей приезжает продемонстрировать свою продукцию. Мы на выставке показываем наши машины, которые нужны для кормоуборочной заготовки и зерноуборочных процессов. Хотел бы особо обратить внимание на нашу новинку, которую мы привезли сегодня в Баку. Это комбайн «Россельмаш». Одна из последних новинок, которая ждет рынок, что позволит фермерам, аграриям страны повысить свои доходы, дать больше зерна стране и что улучшит вообще развитие сельского хозяйства в Азербайджане. Я приехала из Астрахани. У нас небольшая кондитерская фабрика своя. Хотим, конечно, расширить свой рынок, да. Хотим, чтобы Азербайджан брал нашу продукцию. Наша компания представляет ингредиенты для мясоперерабатывающей промышленности, для молочной промышленности, для кондитерской. От участия в выставке надеемся получить эффект в виде новых наших клиентов и расширение наших рынков. На данной выставке мы представляем свою продукцию. Это продукция печенья, вафли, печенье затяжное, сахарное печенье и сдобное печенье. Данный продукт не представлен на азербайджанском рынке, и мы хотим как раз представить данный продукт в торговых точках Баку и всей Республики Азербайджан. Ну а в ноябре этого года, в ходе 164-й сессии Генеральной Ассамблеи МБВ, которая состоится в Париже, станет известна столица Всемирной выставки Экспо-2025. Напомню, на победу претендуют три города – Японская Осака, Екатеринбург и Баку. Столица Азербайджана имеет высокие шансы на победу. Город давно зарекомендовал себя как площадку для больших мировых форумов, как спортивных, так и политических и экономических. После посещения оценочной комиссии кандидатура Баку на проведение Всемирной выставки перешла на следующий этап. У Азербайджана есть опыт участия в Экспо, универсальная выставка в Милане в 2015 году, садоводческая выставка в Анталии в 2016, специализированная выставка «Энергия будущего» в Астане в 2017. Азербайджанские павильоны неизменно получали награды на выставках. В Астане количество посетителей павильона Азербайджана превысило 1 миллион человек. Баку уже получил поддержку в лице Турции и Ирана на декабрьской встрече министров иностранных дел. Однако предсказать победителя сейчас очень сложно. Все три заявки очень сильные и интересные. А сейчас дайджест событий, которые также попали в центр нашего внимания. На территории Московской мемориальной мечети состоялось открытие шатра Рамадана. В течение всего священного месяца вплоть до праздника Ураза-Байрам каждый желающий, вне зависимости от национальности и вероисповедания, может прийти в шатер, приобщиться к традициям и культуре мусульман. В этом году, 11 июня, в шатре пройдет День Азербайджана. Русская община Азербайджана отметила 25-летний юбилей. Организация, которая объединяет более 120 тысяч русских, проживающих в республике, самая крупная диаспора на Южном Кавказе. Община была создана в мае 1993 года по инициативе ее бессменного руководителя, депутата Мили Меджлиса Михаила Забелина, при поддержке общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. На свое 25-летие русская община открыла обновленный центр русской культуры в Баку. 15 мая в Азербайджане начали выдавать электронные визы через систему Азан-Виза в аэропортах. Воспользоваться этой услугой смогут граждане 15 государств, в основном арабского мира и Азии. Ранее посредством этой системы визы получили 420 тысяч иностранцев. Госпошлина за подобную услугу составляет $20 США. Ассоциация производителей и экспортеров текстильной продукции Азербайджана планирует в перспективе привлекать известные зарубежные компании для налаживания производства одежды в республике. Это может быть сделано после решения вопроса снижения себестоимости производимой продукции. Новое всеобъемлющее соглашение о партнерстве между Европейским Союзом и Азербайджаном будет готово к подписанию в 2019 году. Оно должно охватить политические, экономические, социальные и культурные аспекты отношений, включая торговлю и инвестиции, права человека и правопорядок, образование, охрану окружающей среды, энергетику и сферу транспорта. Такие события оказались в центре нашего внимания. Увидимся!